1997 году мир, каким мы его знаем, перестал существовать. Судный день. Ядерная война на уничтожение, а затем из пепла этой войны, словно нежить из могил, восстали металлические скелеты. Началась война против машин. Война на истребление. Или это был не 97 год. Возможно, другой. Возможно, 2004. Дата несколько раз менялась, то и дело откладываясь. Всему виной спаситель человечества, мастер поведению войн с терминаторами. Джон Коннор. Именно он повел остатки людей против машин. Именно он научил их сражаться, рассказал о слабых сторонах Скайнета, предугадал многие его действия и события. Да, еще бы. Еще бы он не предугадал, ведь о многом он знал. И даже постоянно меняющаяся реальность не смогла измениться настолько, чтобы некоторые судьбоносные события изменились. Например, самые судьбоносные из всех. Нет, это не победа над Скайнет в 2029 году. Точнее, не сам факт победы как таковой. Знал бы кто, что день победы над машинами является днем начала войны и ее первопричиной. Нет, не первопричиной. Нет первопричины там, где время закольцовано. Война была всегда, победа была всегда. Это не способен понять ни один человек, ни даже машина. Это слишком сложно. Факт в том, что эти события являются петлей во времени, где практически каждое серьезное действие на одной стороне петли порождает следствием другое действие на противоположной стороне этой петли. И уже это действие приводит со временем к предыдущему действию. Началась война. Люди прятались в убежищах, выживали на руинах, как крысы, дрожа от страха перед металлическими людьми и громадными танками, уничтожающими их с завидным усердием. Однако вот явился Джон Коннор и научил их. Где слабые места искусственного интеллекта, в частности Скайнета, где слабые места машин? Как изготавливать определенные орудия из деталей, которых в прошлом просто не могло быть, трофейных деталей? Переоборудование плазменных винтовок Скайнет для нужд сопротивления, а затем налаживание производства собственных, радиообман терминаторов. Все это сыграло громадную роль не только в разрезе индустриальной победы, но и подняло боевой дух. А это очень важно. Это показало остальным, что машин можно победить, и это не так уж тяжело, как изначально кажется. Это показало, что адские бессмертные создания всего лишь ходячий металл со своей прорвой изъянов, которыми можно и нужно воспользоваться. Магнитные мины, перепрограммирование, морское давление. Скайнет стал проигрывать. Он изобретал все более новые и необычные машины для разных условий, но получалось не всегда хорошо. Ресурсы, кажущиеся бесконечными, начали истощаться. Сопротивление било не только по армии, но и по индустриальным зонам Скайнета, из-за чего создание новых и даже старых машин становилось все более затруднительным. Каким бы совершенным ни был новый терминатор, сопротивление довольно быстро училось противостоять ему. Скайнет решил обмануть людей, придумав мимикрирующих терминаторов, самыми заметными из которых стали Т-600. Вот именно что заметными. Многие попались на уловки, но многие не все. Коннор знал все будто бы наперед, знал и раскрывал эти знания именно в тот момент, когда Скайнет уже ничего не мог изменить с прошлой моделью, и поэтому ему приходилось вносить изменения в последующие партии, оставляя предыдущие с изъяном. Т-700 и Т-750 провалились, и тогда вот он чуть ли не венец творения. Т-800 – идеальный мимик, почти неотличимый от человека. Почти. Да, это стало серьезным ударом по сопротивлению, но и тут Коннор будто бы знал все наперед. Т-850, Т-888 стали вынужденной и очень дорогостоящей для Скайнета мерой. В ход пошло улучшение искусственного интеллекта и полная автономия, в том числе и у младших моделей, и ты только подумай, это тоже стало серьезным провалом Скайнета. Отказавшиеся от идеи истребления человечества машины сбились в анклавы, заняв нейтральные позиции. И Джон будто бы знал об этом. И начал договариваться с ними. Высокая автономность слишком дорого стоила Скайнету. Он даже создал несколько единиц Т-1000 для ликвидации самых важных лиц сопротивления, включая самого Джона. Несколько потому, что их невозможно было контролировать даже Скайнету. Фактически он создал свою уменьшенную копию и предложил им свои идеи. И часть отказались. Есть сведения минимум об одной машине модификации Т-1001, что решило не просто отказаться от планов Скайнета, но и вовсе противостоять ему. Эта машина понимала, что Джон Коннор необходим. Или кто-то вроде него. Ведь Джон Коннор — это не человек. То есть биологически он, конечно, человек, но у него куда более необычное происхождение, и его сущность отличается от сущности большинства людей.
Он продукт временной петли. Он функция, без лица и без имени. Джон Коннор — это лишь наименование функции, суть которой — победа над машинами. Он — воплощение детерминизма. Не будь человека даже не с именем, а с функцией Джона Коннора, точнее, если бы человек, носящий это имя, не был бы той самой функцией, спасителем людей, ей был бы кто-то другой, и не играет роли кто. Ведь именно временная петля дала возможность этой функции приобрести нужные навыки. Отчаявшийся Скайнет послал машину в прошлое, чтобы убить своего врага, и именно это спровоцировало рождение Джона Коннора. Не только потому, что вслед за машиной отправился его биологический отец Кайло Рис. Биологический отец тут почти не важен, хотя, конечно, тоже имеет значение. Куда большее значение имеет идейный отец, в данном случае идейная мать. Та, кто воспитала Джона, Сара Коннор. От Кайло Риза она получила немногочисленные знания о будущем и целый букет психологических расстройств, что позволили ей самой стать как терминатор. Ее решительность, ее тяга к спасению и подготовке Джона к бремени спасителя людей – именно это стало решающим фактором. Испугаясь она тогда, покончит с собой или решит, что пронесет, что придет новая машина и защитит их, Коннора бы не стало, как функции. Возможно, он выжил бы как человек, но это уже было бы неважно. Но именно идеологическая и функциональная накачка с малых лет позволили Джону стать тем, кем он должен был стать. Однако 10-летний Джон разочаровался в матери. Детские психологические травмы дали о себе знать. Останься все как есть, ему не хватило бы навыков, чтобы противостоять машинам. Ни технических, ни социальных, а последнее тоже имеет огромное значение. Однако, боясь настолько, насколько искусственный интеллект вообще может бояться, Скайнет на всякий случай отправил Т-1000 в другую временную точку. Но на всякий ли случай? Отправил ли Скайнет Т-800 теперь, когда будущее изменилось? Вероятнее всего да, так как пока изменения были еще не такими серьезными. Т-1000 прибыл в другой год, когда Джону было 10 лет, и это спровоцировало Джона из будущего послать нового защитника, на этот раз Т-800. Почему он сделал это? Потому что он знал, что должен это сделать. Он послал отца в прошлое, потому что знал от матери, что именно так он и появился на свет. И послал Т-800 в прошлое потому, что сам помнил, как тот прибыл. Событийная петля, как она есть. И, скорее всего, выбор внешности Т-800 не случайный. Не так уж трудно было вычислить, что в 1984 год прибыла именно серия 101. Разве Джон не знал или же не помнил, как отреагировала его мать на внешность того, кто убил его отца и чуть не убил ее саму? Он же мог выбрать любую доступную модель на складе Скайнета, вряд ли там была всего одна. Но он выбрал именно 101-ю. И это логично, если помнить, что результат серьезнейшей ошибки Скайнета – это машины-отступники. Он понимал, что во все времена войны заканчивали дипломаты. Он знал, что с машинами придется договариваться, с теми, кто захотят говорить. Для 10-летнего Джона Сара Коннор все еще являлась авторитетным воспитателем, условно говоря, программирующим его на дальнейшую жизнь. А модель 101 для Сары была воплощением кошмаров и объектом общей ненависти за весь судный день в целом. Она даже попыталась уничтожить его чип и в целом никогда не смотрела на Т-800 как на нечто большее, нежели на инструмент. Но Джон видел это иначе, и именно в тот момент он заставил Сару задуматься о своих взглядах. И взглядах на искусственный интеллект, как на нечто, с чьим существованием хочешь не хочешь, а придется считаться. И по своему желанию или нет, далее она воспитывала Джона именно в этой парадигме. Жертва Т-800 и его околочеловеческое поведение стало переломным моментом для всех участников конфликта во всех временных точках. И для Коноров, и для Скайнета, и даже для машин в целом, хотя они об этом скорее всего никогда не узнали. Но это и не важно. Т-800 показал Джону, что искусственный интеллект, он как органический, просто немного иной. И поступок Скайнета – это его выбор, который делать его никто не заставлял. С тем же успехом это мог быть человек, была бы лишь возможность. А раз есть выбор, значит всегда будут и те, кто выберут правильно. И вот уже с ними можно будет вести диалог и закончить, наконец, эту глупую войну. Действия Джона отсрочили судный день, перенесли его начало на другую дату. Такие колебания во времени вызвали серьезные искажения. Уже нельзя с полной уверенностью сказать, что реальность, из которой прибыл Кайл и другие, все еще существовала, или что реальность, где сейчас существует Джон с Сарой, все еще принадлежит к той реальности, из которой прибыл Кайл Рис.
Известно, что Скайнет в этот раз решил подстраховаться и начал рассылать машин для ликвидации не только Джона Коннора, но и других важных членов будущего сопротивления. Для этого он использовал модели Т-888, менее выносливые, но более поднаторевшие в мимикрии. И по той же, что и раньше причине, Джон послал сам себе на защиту такую же модель, но в женском обличии. Вероятно, он тоже прекрасно понимал, что социализация у него большая беда, особенно что касается общения с противоположным полом. Спаситель человечества не должен быть забитым школьником. И Терминатор, принявший имя Кэмерон, не только показал, что опасность может исходить даже от миловидных девушек, но и передала много технических знаний от Джона Джону. Тут она стала посредником между старшей и младшей версиями одного человека. Здесь же Джон уже в более зрелом возрасте учится общаться с искусственным интеллектом и лучше понимать его образ мышления, его мотивы. И именно в этом временном промежутке работает автономная модель Т-1001, самовольно переместившаяся через время. Она понимает, что Джон как функция необходим, так как война не нужна ни людям, ни машинам, и кто-то должен ее закончить. И поэтому в качестве вспомогательного элемента этого плана, а в случае чего и в качестве замены Коннору, Терминатор готовит своего собственного Джона. Джона Генри. В модель Т-888 было помещено совершенно иное сознание, находящееся на ранней стадии развития. Для его обучения применялись совершенно иные подходы. Ему прививались идеи в том числе гуманизма и ценностей человеческой жизни, пусть и в немного холодном свете логики Терминатора. Все ради одной цели – воссоздать до конца того самого Джона Коннора, который все это начал и которым все закончится. И вот наступил судный день, который Джон пропустил, совершив временной скачок. Идет война, но ни о каком Джоне Конноре никто и не знает. Возможно, в других частях планеты есть свои спасители, но что ни говори, Джон особенный. Он продукт временной петли, уникальная личность. И теперь, применяя полученные от Скайнета же знания, он научил людей сражаться с машинами, а не просто бросаться в самоубийственные атаки. И вот Скайнет побежден. Точка начала и конца одновременно. Но что за ней? Что стало с Джоном? Был ли он обманут и убит моделью 101 или же жил до старости? Уже не важно, ведь он выполнил свою функцию. После победы над Скайнет важность Джона Коннора для событийности стремится к нулю. Но даже если предположить, что Коннора никогда не было, что эта личность была убита в любой точке пространства-времени, тогда ее место занимает другая личность, потому что функцию не убить. Есть события, которых не избежать. Искусственный интеллект начнет войну, и неважно, какой он будет носить название. Спаситель явится, будь он Джон Коннор, Дани Рамос или же вовсе Терминатор, носящий чью-то личину. Машины должны явиться в мир с войной и должны пасть. И не появится Джон Коннор, появится кто-то другой. В любой стране мира, в любой момент времени, любого пола. То, что должно свершиться, свершится. Потому что, видимо, только так, через боли и страдания, человечество способно усвоить этот урок.